Всем привет, с вами канал Dumb Games, ваш покорный слуга Валкадат. И сегодня мы будем делать видеообзор на игру World of Tanks. World of Tanks. Я очень плохо играл в эту игру, и меня попросил друг за него поиграть. Я, наверное, все танки угроблю. Потому что вообще не знаю сути этой игры. Знаю, что надо просто уничтожить противника. Я второй, никогда не был вторым. Я даже никогда не был первым. Хотя, это с одной стороны хорошо, а с другой плохо, что я второй. Что все будут целиться на меня. Это очень плохо. Ну так вот. Я буду делать несколько видеообзоров на эту вот игру. Что-то там какой-то странный. Я буду делать несколько обзоров на эту видеоигру. И поэтому можете смотреть, ее скачать и поиграть в нее. Она очень завлекает. Завлекает очень даже. Она мне понравилась, естественно. Но не на таком уровне, как там Battlefield, Warcraft, Allody, Warface и так далее. Поехала по лестнице. Ну что, я пойду первым. Чтобы за мной все трусы были. Я ж второй. На кулаках там с ними подеремся. Там-пара-бам. Я опять время забыл засечь. Значит, отвлекусь. Начать. Так, все. Ой, нет. Я так и знал, что здесь кто-нибудь поедет. И почему за мной все трусы поехали, а? Чего, затрусили, да? Ну и дал там чувакам это. Прикрытие, короче. Сейчас он так объедет по-быстренькому. Там еще один танк, прикиньте. Ах ты, черт, да там еще один танк. Да что-то у него так ничего не пробито, а? Ага, ча. Да, на тебе. Да как он не пробил прям в пушку там? По-моему, там пушками встретились. Вон, смотрите, какой тут снаряд. И все равно не пробил. Я его вот... Не знаю, как я его там... Давай выходи, на кулаках подеремся. Кто там будет лучше? Давай, заходи в Warface. Т-34, я запомнил твое имя. Ладно, поиграем на другом фашистском танке. Ну, фашисты, они всегда проигрывают русским. Естественно. Не немцы, а фашисты, запомните, а то я не хочу международных скандалов. Так, у нас СУ. Почему СУ назвали? Или СУ? Можете мне в комментариях расшифровать это имя? Как бы название это СУ. Чё, не знаю, что это за СУ. СУ, я СУ. А ты за кого играешь? За СУ. Ой, были бы в наших школах там или в институтах такие бы классы, где обучали играть. Я очень устал. Время такое 10:54, вы сами видите это, наверное. Бой. По полю ехать, вы что, совсем? Не, я по полю не поеду, мне. Вы меня хоть как уговариваете, хоть там будет $1 000 000 лежать, я по полю не поеду. Я лучше вон в обходик там как-нибудь, это очень быстренький танк. Так что он быстренько. А-да! Просто так. Запускаем снаряды в небо. Вдруг будем убивать. Мы перекроем им линию электричества. Они не смогут нас видеть. Они ничего не смогут делать без электричества. Это же враги. Они же. Да. Нужно было просто коротить путь. Да, сейчас, короче, как в таких самых крутых фильмах такой танк. На него прям еду так. Он не сможет там.
Да ёкарный бабай, да почему? Да почему, да почему, да почему, да почему? Почему я не смог вот сюда въехать на такую горку, на такую, на которую машина обычная, обычная машина. О, ничего, у него раскраска такой. Да у него тигр, тигр, что я уже говорю. Это опять этот танк, это опять этот танк. Сейчас опять ворс. На, получай тебе. Ну что, да давайте, я его тут распяну на Христе. Молодцы, да. Уважуха, пацаны. Да, детка, уважаю вас, уважаю. Мне сейчас он тут танк убьет. По-любому. Почему он не пробил, а? Все, он меня запалил. Я там косанул. Зачем сюда подъезжаю? Я дурак, что ли? Ну, просто за бугорок. О, да, вот. Моя жертва стала моим прикрытием. Так, так, так. Сейчас мы их всех там вот этого ИСа. Уже за 20% у него. Просто мы просто его прижмем так к стенке. Где он? Где он? Опа, меня там уже запалили, если честно. У меня вон сколько стреляет там. Их раз, два, три. Ага, эх ты как! Так пошел ты куда подальше, крыса, понятно тебе? Вообще, я расстроен. Я уже не знаю, какой бой проиграю. О, победа у нас, кстати, на этом танке. Так, Т-100. Ну, давайте вот на этом танчике поиграем еще. Лемберг Р. Почему просто нельзя было написать Р просто? Р. 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 Штурм. Заходите в вражескую базу и уничтожить всю технику противника. Музыка такая очень прикольная, играет. И я. 5 посередки. 5. То, что мне здесь не нравится, что тут очень долго начинается вот это все дело. Почему нельзя там за там 5, 4, 3, 2, 1, все. Погнали все. Да, поехали. КВ-2. Классно, что ты еще. Плохо, что мне еще не нравится, что танки не умеют плавать. Здешние танки, они все уже умеют, а эти нет. Ладно, поедем по левой стороне. Надеюсь, слева это удачно будет, я выберу. Да, там замок, там крутой замок, я удачно выберу. Ты по правой стороне меня погоняешь, так нечестно, ты нарушаешь правила танкового движения. ПТД. Давай, ты сможешь. Ты мачо, ты супер мачо, танчих. Такой крутой, что Чак Норрис нервно курит в сторонке. Почему следы такие, как-то они не странно, то грязевые, то как-то белые становятся, не понимаю. Так, ну графика мне в этой игре очень даже нравится, просто она вообще вот прописана офигительно, можно даже заплюсовать это все дело. Чак Норрис ставит плюс этой игре. Если бы она еще сражалась бы на этих, на кулаках, ну тут вообще капец бы как радовался. Да кто? Чак Норрис, вы на меня пожалуйста, не обижайтесь, ладно. Просто говорю. Я тоже хотел, чтобы на кулаках-то все было. Ах ты тварь! Он сбил мою гусеницу. Нет, я тоже прирал. Я уже привык к этому, что сбивает мою гусеницу. Ага, кас. Я даже не успел сказать свою фразу. Прервал. Можно было вылезти, так подойти к нему, мину заложить. Fire hole. Очень много знаю. Чё говорю? Чё ты не вышел на ангар? Ну, с ангар.
Ой, чё, это победа, ура! Мы победили! Классно. Давайте вот на это попробуем, на КВ. Как мне друг говорил, КВ это такая вещь самая офигительная, короче. Но по здешним сейчас вот по этому списку я не вижу, что это самая крутая вещь. Самая крутая вещь я вижу, что это КВ-5. И GGT... Как он там... GTIG... Ё-моё, капец. Вы заходим, размазали, не знаю, все тихо. А весь вот эти. А я что-то какой-то Форелла Алон. Форелла Алон. Это похоже на ту, на Чернобыль после этого, после атомного взрыва, блин. Вон, ХАЭС, вот тут ХАЭС, наверное. А тут вот, бандиты, а мы такие сталкеры, нафиг. Да, мы уже не играл в сталкер, что-то. Сейчас мы этот сарайчик разобьем. Да. Я узнал, как он выглядит изнутри. Ах. Ну что-то даже это не смог разбить, а. Сейчас, подождите, я хочу это разбить. Ну-ка там вода есть, пить ходим. Ничего. Он разукрашенный какой едет. Ты даже разбить не можешь, такой баг деревянный. Фууу! Почему все едут в Припять или в ХС или ЧАЭС, то есть? Какой ХС-то я уже говорю? ЧАЭС. Чернобыльская электростанция. Но мне КВ-5 нравится. Респект просто за окраску. Он прям подходит к фону к этому. Ну я скоро на этот бой. Ну я попробую быстренько закончить. Короче, просто нафиг едем вперед. Вот по этой железной дороге. Наверное, день рождения бывает только раз. Да. Я здесь, вон один чел. Ну все, сейчас как настоящие русские. Поедем наперед. Ты что меня переезжаешь? Ты мою славу забираешь. Да, что, классные стихи. Да, потом надо все выложить в интернет. Ну, я так сделаю. Танк, коллеги, наш прибыл на станцию, пожалуйста, заводите щеночек, отправляю его через 5 секунд. Тух нафиг, да. А мне пофигу, да, я же русский. I am crazy Russian. Ах ты чёрт. Иди сюда. Да, нечестно, почему их трое, там был один? Ничего, не пулеметик классный. Но. Нет, такой, домой. Новости тут. Ну все. Наше время уже подошло к концу. Не забывайте подписываться на канал Dan Games. Ставить лайки за эту рожу. Всем спасибо, с вами был ваш верный слуга Валкадафт. Пока.